выставок, это может очень интересных работ. Я бы хотел представить слово Игорю Анатольевичу. Пускай он сам расскажет о своих идеях и мыслях, которые ему руководили. Прошу. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья и наши гости. То, что я здесь пытался представить вашему вниманию, в какой-то мере отражает мой взгляд на мир, на жизнь. Я считаю, что у нас чрезвычайно непростое время. Стоит, наверное, задуматься о том все-таки, что мир огромен, мир прекрасен, мир интересен. Спасибо вам. Thank you.